товарищи. Сегодня у нас на разбор попадает HTC модель One S. У нас уже снят дисплейный модуль, точнее он отсюда, по-моему, вырван, насколько я помню. Сейчас разберем, подготовим к замене модуля. Отклеиваем вот эти вставки, верхнюю, нижнюю, верхняя потерялась уже где-то. Берем отвертку по типу Nokia, звездочку. Ну вот, выкручиваем винты. Не похоже оно киевский, но маленько там все равно отличие есть, и отвертка входит достаточно так с трудом туда. Там помощь аккумулятора нет, насколько я помню. И в нижней части у нас болты маленько другие, так что их следует не перепутать. Выключены. Теперь извлекаем лотки. У нас тут две сим-карты, по-моему. Да. Это у нас лоток под карту памяти, а тут у нас должен быть лоток под сим-карту. Нет, одна сим-карта. Лотки вытащены. Теперь у нас что-то затемняет. Так, нужно достать саму центральную часть из корпуса. Для этого возьмем лопатку и где-нибудь аккуратно и поднимем, чтобы корпус не поцарапать. Хотя уже поцарапать-то и нечего, только уже все убитое. Так, вот таким образом у нас выглядит аппарат внутри. Да, уже все шлифа пооторваны, конечно. Далее у нас здесь имеются два болта, которых почему-то нету. И здесь имеются два болта под аккумулятор. Стегивать аккумулятор тоже уже. Ну, болты есть, аккумулятора уже почему-то нет. Так, когда эти болты выкрутили, у нас остаются антенны. Их у нас тут три штуки. Перепутать их, конечно, трудно, но можно. Стегиваем, и плата у нас, так сказать, центральная, вытаскивается. Здесь у нас подключались какие-то шлифа, которые остались в корпусе, вот они отключены уже. И осталась еще верхняя плата, не знаю, она материнская, не материнская. Ну, короче, еще одна плата, она у нас прикручена к корпусу. Прикручена на корпусу на 4 болта. Болты тоже разные, вверху одни, внизу другие. Болты выкрутим. Пытаемся приподнять плату. Здесь у нас шлейфа еще идут. Здесь шлейф. И здесь шлейф, их следует подключить. Так. Шлейфа у нас отключена. И теперь плата у нас, походу, была подклеена маленько. А еще болт у нас, кстати, на камере же идет вот здесь внизу. Чувствую, что камера у нас тоже вышла с корпуса. Так, вибромотор тоже можно поднять сразу с платой. И все, плата у нас от корпуса отделилась. Здесь у нас вибромотор. На коннекторе можно отключить. Здесь у нас шлейф также можно отключить. И здесь у нас шлейф, он идет уже в плату, его не отключить. Здесь камера центральная и фронтальная. Все, аппарат у нас разобран. На этом разбор, я думаю, следует закончить. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Не забывайте.